всех приветствую на канале Animal Life. Мужчина купил щенка редкой породы. Посмотрите, каким огромным он вырос. Его предупреждали, что щенок необычный, очень редкой породы, почти уже вымерший. Однако мужчина все равно решился и купил щеночка за немалые деньги. Щенок оказался американским молосом, ближайшим генетическим потомком молоса месопотамского. Это уникальный эксперимент американской селекции. Щенок, официально вошедший в книгу рекордов Гиннесса за свои гигантские размеры. Для того, чтобы хотя бы частично воссоздать породу, были взяты самец английского и самка неаполитанского мастифа. Хозяин назвал собачку Ефрат, имя также необычно, как и порода пса. Поначалу он был чуть больше своих сородичей в возрасте пары недель, однако потом щенок стал стремительно расти. В 9 месяцев рост малыша почти 80 сантиметров. Когда он становится на лапы, он достигает почти 2 метров, а ведь это даже еще не взрослая собака. Внушительные размеры и грозный внешний вид причиняют владельцу щенка немало проблем. Соседи буквально в панике от такого питомца и требуют, чтобы хозяин переехал со своим монстром подальше за город. Ефрат обладает очень добрым характером, но в нем сильно развиты охранные качества. Он трепетно относится к членам своей семьи, особенно к детям. Игривый характер собаки приходится постоянно подавлять, ведь даже невинная игра может обернуться трагедией, учитывая размеры Ефрата. Однако хозяева надеются, что им удастся справиться со всеми проблемами и завоевать титул лучшего представителя такой редчайшей породы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.